Все, запись пошла. Поднимается водетка. Пальцева отдыхают. Санаторий Дебальцево. Проходим процедуру. После обедней процедуры. Процедуры ныряния, блядь, в бетон, в асфальт. Ну, как селфи. Селфи. Опа. Жёрлое поле, блядь. Ознакомление снегом, асфальтом, землей. Скажите что-нибудь. Чиз. Life News. Life News. Ну, как-то так. О! Это пошло или? А хуй его знает. Ремонтик бы сделать не мешало. Евро. Кстати, евроремонт, блядь. О. Все нормально, блядь. Евроремонт теоретического. Да, Рашан и Джуншут. Иди вот с ними, как гипсокартона зачищать. Держим оборону, автозаправку. Тут, блядь, какая-то распиздяченная машина. О! Не хау, бля! Хау! Life News! Разрешите у вас взять интервью? Все комментарии, бля. Да! 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 А это мы в магазин сходили. Блять, отойди. Не, пацаны, ну вы гуляете, конечно, конкретно. В магазин сходили, бля, железяку купили. Не одну. Причем у каждого. То мы кого просили, а они нам не дали. Бармен. Звено аватаров. Звено аватаров. Вадик, прими деньги. Сейчас касса на подходе. Вадик, прими деньги. Бар, стой, где наша доплатка? А где Чоня? Чоня пошел уже нюхать. Ну, да. Красавчик. Я ночлега искал. Я понял. Походу здесь-то мы и заночуем. Да. Вон пацаки тоже пошли селфи делать. Вот, бля, все нормальные пацаны на фронте воюют, блядь. Мы, сука, приехали пофотаться. Сейчас, подожди, давай. Это Женя, Роман, давай. Да не, это надо, блядь, следить. А, не, я потом, блядь...